голубчики мои, знаете, что маленьких нельзя обижать? А вот некоторые не знают. Сегодня я вам про это сказочку расскажу. В Азербайджане есть очень красивое место – Гобустан. Давным-давно была там на берегу речки деревня. И жили в этой деревне старик со старухой. Невеселое было у них житье-бытье. А все потому, что не было у них деток. Однажды кто-то постучал к ним в дверь. «Добрые люди, а не найдется ли у вас кусочка хлеба для бедного дервиша? Как не помочь человеку?» Отдали старики страннику последний чурек, а дервиш подарил им большой спелый гранат. Разломили старики гранат пополам. А там мальчонка сидит. Обрадовались старик со старухой и назвали малыша Джиртан. Стал он у них вместо сына. Во всем Джиртан помогал старикам. Никогда ни на что Джиртан не жаловался, а только песенку напевал. Цып-цып мои курятки, цып-цып-цып мои цыплятки, цып-цып мои дружочки, мои желтые цветочки. Ну вот однажды вернулся Джиртан домой и говорит: «Ох, пришла к нам большая беда! Река пересохла, нечем теперь поливать посевы. Что же мы будем кушать?» «Не печалься, сынок, есть у нас одна монетка. Сходи к богачу, купи у него немного хлеба». Пришел Джиртан к богачу, а богач взял монетку и давай смеяться над малышом. «На это даже старую кошку не купишь, но я сегодня добрый, пожалею тебя. Угадаешь, в какой руке монетка, дам я тебе кусочек хлеба. А не угадаешь, будешь моим слугой 3 года. Согласен?» Как тут поступить? Пришлось согласиться. Спрятал богач руки за спину. «Ну, в какой руке? Угадывай скорее, а то мне долму пора кушать». «Ого, долму? Ну, тогда если отгадаю, то и хлеб, и всю долму заберу». «Нет, кто ж такой вкусный долмой делиться станет?» Вздохнул Джиртан, делать нечего. Подумал, вправо говорит: «Богач очень любил вкусно поесть. Но еще больше он любил жульничать». Он за спиной быстренько переложил монетку в левую руку и опять смеется. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А вот и не угадал. Так и стал мальчик слугой у богача. И вот однажды послал богач малыша намолоть муки. Пришел Джиртан на мельницу и видит, что вся река завалена камнями. Вода на колесо не течет, не работает мельница. А на мельничном жернове 2 дива в нарды играют. Как увидели они Джиртана, схватили и в решето посадили. Стали дивы спорить, кому Джиртан на обед достанется. Кричали, ругались, даже драться начали. А Джиртан им говорит: «Ребята, не ссорьтесь, я, так и быть, помогу вам спор решить». Обрадовались дивы, согласились. «Сначала уберите все камни, освободите реку». Пожали дивы плечами, но сделали так, как сказано. Сразу ожила река, вновь побежала вода на мельничное колесо. «А теперь берите каждый по решету, и кто больше воды из речки вычерпает, тот и станет победителем». Принялись дивы решетом воду черпать, а Джиртан в это время намолол муки, прихватил нарды и был таков. Как увидел богач нарды, заблестели у него глаза, и говорит он Джиртану: «Отдай мне эти нарды, мальчик. Выиграешь — отдам. Ну а если проиграешь, тогда отпустишь ты меня домой и в придачу всю ту муку, что я с мельницы привез, отдашь». Засопел богач, но согласился и опять хотел жульничать. Но в этот раз Джиртан за ним внимательно следил. Как ни пыхтел богач, а по-честному не смог выиграть. Пришлось богачу отпустить Джиртана.
Вернулся Джуртан к дедушке с бабушкой. Обрадовались старики, напекляли хлеба и устроили праздник на всю деревню. Даже богача пригласили. Увидел богач, как все соседи стариков уважают и Джуртана хвалят. Стало обидно богачу. Вот он и спрашивает у Джуртана: почему ты такой бедный, такой маленький, а тебе ото всех людей почет? А я такой богатый, большой и толстый, и никто меня не уважает. Джуртан только усмехнулся. Вот тебе в подарок нарды. Научись играть честно и впредь никого не обманывать. Да-да.